Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами начинаем разбирать задание к рабочей тетради Unit 6, которое называется In My Lunch Box, в моей коробке для завтрака, ну или в моей сумке для завтрака. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, не теряйтесь, смотрите видео с контрольными работами и описание учебника. Итак, упражнение первое. What's for lunch? Что на обед? Look and write. Посмотри и напиши. Первое. Meat and potatoes. Мясо и картошка. Второе. Второе у нас явно рис и сосиски. Пишем. Rice and sausages. Ребят, я иногда быстро пишу, поэтому перепроверяйте за мной. Итак, rice and sausages. Третье. Паста, макароны, да, и морковка. То есть, так и напишем. Pasta and carrots. Далее, четвертое – это курица и овощи, да? Chicken and vegetables. Vegetables. Далее, второе, ребята, find and color. Найди и раскрась. Раскрасьте слова, которые начинаются с буквы C желтым, слова, которые начинаются с буквы P красным и слова, которые начинаются с буквы S розовым. Ребята, я раскрашивать не буду, но напишу вам слова и вы раскрасьте, да? Итак, просто чтобы вы не забыли, это желтый. Далее red, P мы красный. Далее и S мы красим розовым. Розовый. Не забудьте. Итак, смотрим. Chicken, да, цыпленок. У нас начинается с буквы C. Chicken. Раскрашиваем его, соответственно, желтым, да, желтым. Дальше кейк, пирог. У нас начинается с буквы C. Мы раскрашиваем его тоже желтым, получается. Chocolate, шоколад. Начинается с буквы C, да, посмотрите. То есть мы раскрашиваем его с вами тоже желтым. Далее чипс, картошка фри. У нас начинается с буквы C, раскрашиваем желтым. Далее sausages или sausage, одна сосиска, да? Одна сосиска, sausage, розовым раскрашиваем, начинается с буквы C. Далее popcorn, начинается с буквы P, раскрашиваем красным. Далее смотрим сэндвич. Сэндвич начинается с буквы C, раскрашиваем розовым. Не перепутайте. Далее паста. Паста начинается с буквы P, раскрашиваем красным. Что-то еще? А, да, ребята, я думаю, что это Coca-Cola, да? Coca-Cola начинается с буквы C, раскрашиваем желтым. Хотя странно, да, кока-кола обычно с красным. Далее, ребята, переходим к следующему упражнению. Some or any. Read and write. Что вставляем? Some или any? Прочитай и напиши. Итак, первое. What do you want to eat? Что ты хочешь поесть? I want a burger and some chips. Я бы хотела бургер и картошку фри. Ребята, помним, что сам вставляется в положительных предложениях, any в отрицаниях и вопросах. Итак, oh, they have not got, это отрицание, поэтому any burgers, у них нет бургеров. Вопрос тоже any, have they got any sandwiches, а есть ли у них сэндвичи? Yes, do you want some, положительное предложение, да, some lemonade too. А ты хочешь лимонада? Также. No, thank you. Can I have some
Coke, please? Можно ли мне Coca-Cola? Ребята, объясняю, это не вопрос, это просьба. Просьба с вопросительным знаком. Когда мы просим, если вопрос начинается со слова can I have? Можно ли мне? Тогда мы тоже вставляем сам. Далее, they have not got any. А вот в данном случае отрицание. У них нет Coca-Cola. What about some orange juice? Также в данном случае вставляем сам, потому что это предложение. То есть мы предлагаем кому-то апельсиновый сок. Как насчет апельсинового сока? Итак, вопросы. Отрицание – это any, положительные предложения, просьбы или предложения, то есть предлагаем что-то, это сам. Далее, четвертое. Where are they? Look, read again and choose. Где они? Посмотрите, прочитайте снова и выберите. Итак, нам нужно выбрать, где находятся ребята. В Candy's Canteen, в столовой Candy, или в Kelly's Kitchen, или в кухне Kelly. Итак, смотрим. В столовой Candy есть бургеры, картошка фри, мороженое, лимонад, кока-кола. На кухне Kelly есть пицца, сэндвичи, картошка фри, апельсиновый сок и лимонад. У нас был апельсиновый сок, у нас не было кока-колы, у нас был лимонад и сэндвичи. Да, поэтому мы ставим галочку, что ребята находятся в Kelly's Kitchen, в кухне Kelly. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, смотрите мои следующие видео, делайте полные просмотры, пишите комментарии. И всем большой удачки!